когда мы начали работу уже практическую и начали откапывать как бы старые фундаменты, откапывать то, что было порушено, к сожалению, в предыдущее время, мы увидели странные вещи. Мы увидели, кроме того камня, который там был с копытом коня и стопой Георгия Победоносца, то есть с той святыни, вокруг которой все строится, мы увидели еще несколько вещей, которые нас натолкнули на какие-то совершенно другие мысли. То есть мы увидели там пещеру. Пещеру мы увидели в том месте, где должен быть алтарь. Параллельно с проектированием идет строительство, причем активное, и вносятся изменения, вот о чем я и говорил. То есть мы откапываем какие-то новые вещи, и они вносят изменения в проект. Прямо с колес. Это, этим очень. Вот. Но, тем не менее, это архитектура, которая имеет такое современное прочтение. Она предельно лаконична. Она при этом она очень рукомесленная. То есть она сделана руками, нет отливок из бетона, нет каких-то таких, знаете, оштукатуренных плоскостей, которые мы встречаем в обычном светском строительстве. Здесь наша задача показать, что весь этот храм сделан руками с любовью. Бог – это любовь. И вот этот центральный камень, где отпечатки, это прямо действительно визуально так видно? Он прямо в центре этого храма, и он является главной святыней. И там видно, прямо если посмотреть. Да.